Здоров, братва! С вами Миха, это Танки Онлайн. Вы смотрите рубрику «Будни рельсовода». Итак, сегодня я буду играть с дроном. Наверное, многие из вас знают, что не так давно вышел у нас новый дрон Гиперион. И, в общем-то, в связи с этим... Кто-то мне там пшикает, подписчик, что ли, или нет? И в связи с этим именно у нас довольно неслабо понерфили дрона штурмовика, точно вспомнил. А у меня на этом аккаунте имеется дрон-штурмовик, более того, он очень неплохо качан. Прокачан, ребят, на самом деле практически наполовину, это в кристаллах, ну, довольно существенная сумма. Так, а что-то чувак говорит, выходим. Почему выходим-то? Типа команда балбесов попалась или что? На тебе. Ё-моё, да, походу что-то с командой вообще плохо, смотрите. У первых четырех только есть очки, у последних какие-то реально проблемы. Да-да-да, это печально. Вот, ну и челики сразу, короче, трухнули и написали, мы выходим. А я сейчас сделаю килл. Опа, хорош, давай, чувак, досвидос. Зато я тут стопудово получу 6 звезд, поэтому я никуда не выйду, понятно вам? Держи, чувак. Ты где? Я тут. Хорош. Давай, до свидания. А мы, наверное, вообще ни одного флага не привезем, ну блин. Ну куда деваться, в конце концов? Так, вон еще какой-то хорек, вы видали, да? Сейчас попробую увольнуть. Да, я увольнул. И какой-то гром меня лупит, вообще отовсюду лупит. А нет, там тоже был какой-то молот. А ну так вот, я на самом деле хочу протестировать сегодня этого дрона вообще, что с ним стало, как он теперь себя ведет. А оно, честно говоря, наверное, в этой битве у меня уже вряд ли получится это сделать. Потому что действительно, ну блин, походу надо выходить. Вот мне раздают овер, и напомню, вот что касается изменений. Так, давайте пока... Блин, чувак, ну не сбивай прицел, пожалуйста. О, сейчас гром ваншот, ну хорош, давай, до свидос. Или я его не ушатал? А давайте вон того ушатаем, хорош, того точно ушатал. Блин, отстаньте, чуваки. Дайте мне вас поубивать маленечко. Опа, не попал, блин, кто бьет-то меня? Вот этот, что ли, Вася? Ну-ка, пошел сюда. Почти ваншотнул, кстати, на тебе. До свидос, чувак. Повторюсь, вот ранее этот дрон давал вам возможность использовать, точнее не использовать, а продлевать нару, которую вы уже использовали, при каждом убийстве врага. Соответственно, сейчас эта возможность пропала. Блин, смотрите, как они фигачат, вообще жесткие ребята. Эта возможность пропала, и вместо этого при каждом убийстве дрон, ну, по сути, просто вам... Вот этот вот кулдаун уменьшает. То есть вот вы быстрее сможете занарить броню или ту же ДДшку. Тихо, я хочу вон того собакину шатать. Иди сюда, чувак. На тебе! Хорош! Минус, минус, чувачок. Я на самом деле, вот, честно говоря, не понимаю, как это проверить. Так, это кто там? Оп, попал, попал, сделал килл. Я не понимаю, как проверить, снизилось ли у меня время вот между кулдаунами. Потому что... Давай, чувак, вылезай. Потому что, ну блин, я попал в угол? Нет, не попал. Ну как бы получается, что я в момент того, как делаю киллы, как раз и использую эту нару. А как мне, блин, увидеть, что у меня, допустим, при каждом убийстве вот этот кулдаун снижается, время кулдауна? Мне вообще непонятно вот это, как это отследить, вот играя, блин, ну просто играя, как отследить? Вообще непонятно. Нате, сбил прицел? Нет, нифига не сбил. Ну тебе сейчас хана, Вася, будет, все, до свидос. Возможно, да, вот я, мне кажется, сейчас побыстрее смог занарить ДДшку. А может быть, и мне вот сейчас как раз, да, обновилось уже, обновилось двойное ускорение. Хорош. Давайте хоть один флаг, что ли, принесем. Или не надо? Ну, его в баню, да, на самом деле. Так, чувак, тебе, мне кажется, хана. Мне, блин, он на Титане, ну все понятно. Ну хотя бы бомбу, что ли, ему дай, в конце концов. Так, давайте вот этого хотя бы заберу. Чувак, куда уехал? Да, блин, ну гром, добей его. Миша снайпер, Калашников, что ли? Ну давайте напишем «да». Кто-то из подписчиков все-таки меня увидел. Привет. И ты, дружище, в видосе. Так, сейчас у них купол, блин. Я хотел дождаться, пока у них купол сойдет, но нифига. Итак, ник. Какой у него ник? На изи. Я так понял, на изи. Ну тут еще какая-то цифра 6 в конце. Наверное, что-то хотел парень дописать. Ну, не знаю, будешь видос смотреть, ты меня поправь в комментах. Если, конечно, будешь. Если вдруг я неправильно прочитал твой ник. Так, блин, да ты смотри, что он делает. А это вот не он случайно? Да, это он как раз на рельсе. Именно, наверное, поэтому он меня узнал, потому что я его шотал уже несколько раз. Блин, ну что вы меня тут зажали-то, а, балбеса? Привет, привет, и тебе тоже, дружище, привет. Это вот не он? На, к тебе. Ой, ой-ой-ой, чуть и минус не киданули. Так, ДДшечку бы забрать.
Я бы сейчас хотел наказать вот этого челика. Давай, хоп, сбил прицел. Да блин, ну добить даже не дают, вы посмотрите. Что делают? Просто звери какие-то. 60 на 0 идем. Это же просто ужас. А, ну да, наверное, сейчас придется сыграть еще одну битву, потому что, хоп, хорош, видали, вот это была реакция. А потому что, наверное, не удастся в таком режиме полноценно протестировать этот дрон. Ну, поэтому ничего страшного, сейчас сыграем еще одну битву. Да, чувак, опа, хорош, давай, до свидания. Мне тут овер, кстати, раздали, вот вам тоже, ребят, овер. Да, блин, они даже проехать друг другу не дают. Как, что за команда? Короче, понятно все, просто ребята ни о чем. Блин, какой жесткий мамонт, смотрите, сейчас просто мамонта унизил, блин, на тебе. Вот этого дружище-то, подписчик, блин, братан, извини, я тебя перепутал. Я тебя унижать не хотел. И все-таки один флаг мы доставили. Законные свои 3 звезды я получаю. И, кстати, я, по-моему, там выполнил заданку еженедельную. Да-да-да, отлично. Плюс один контейнер. Не, дружище, на этом я звезды не набиваю. Короче, погнали еще одну битву. Итак, братва, следующая битва. Я думаю, что сейчас хотя бы здесь команды будут примерно равные. Я сумею протестировать как следует своего дрона. Так, тихо, спокойно. Вот смотрите, я сейчас сделал килл, у меня, по идее, ну давай еще столкни меня, вот придурок, а. И у меня, по идее, вот этот... Да-да-да, смотрите, как-то очень быстро припас двойное ускорение начинает быть доступно. Так, тихо, сейчас. Тут тот поедет, хорош. Отлично, отлично. То есть я примерно начинаю понимать механику. Я пойду у них ДДшку, с вашего позволения, украду. Ага, отлично, давай, долбани себе самоурон, а теперь я тебя... Как я тебя не добил? На минке тогда подорвись, во, молодец. Так, хорош, хорош, прям я тут, смотрите, что вытворяю, на тебе. До свидос, чувак, и ты сейчас получишь. Чувак, ты что какой-то жесткий. Дай-ка я пока твоего друга вон ушатаю. Давай, 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 ко мне. Откуда рельса ты еще была? Я даже вообще ничего не понял. А, ну, в общем, ребят, я думаю, что суть вы тоже примерно поняли, то есть... О, чувак, давай-ка, плюху получай. Куда поехал-то? Давай, иди сюда. Давай, тебе твоя фулнара вообще не помогла. А, то есть, как только я делаю килл, у меня, соответственно, быстрее становятся доступны другие припасы. Это, на самом деле, очень хорошо. Поэтому, может быть, и не так, на самом деле, сильно испортили дрон, как я думал. Но мы посмотрим, да? Давайте, кто-нибудь выезжайте. Опа, хорош, минус рельсовод. Кстати, кто помнит... Эй, откуда? Чё тебе надо? Блин, еле успел занарить, как её, аптеку. Иди сюда, вонючка. Да посмотрите, какой хитрый. Бежим от него. Ёлки-моталки, я реально даже не заметил этого чувака на Изиде. А я думаю... Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я думаю, надо потихонечку позицию-то менять. Опа, до свидос. Потому что меня тут как-то прям спалили. Да блин, отстань ты, в конце концов, Вася. Сейчас он вот тут будет выезжать, на себе. Отлично, он еще аптеку взял. Замечательно просто. Просто найс. На минке хоть кто-нибудь подорвите, что ли, в конце концов. Ага, кто подорвется, какой дурак. Они что, балбес, что ли, совсем? Подорвутся они тебе на минке, на тебе. Хорош, давай, давай, погнали, погнали, мужики. Так, этого фигачим. Кого там еще? Давайте, вас пофигачим. У вас помаленько осталось, добейте. Так, эту я сейчас сам попробую, да блин, он и меня вообще всех заморозил. Блин, кстати, смотрите, как нагибаю на шафте, это же просто жесть. Первое место, и там было первое место, и тут супер первое место. Так, давай, давай, чувак, выезжай. Ну ты боишься, что ли? Блин, отвлекся вот на того васпа Фриза. А, ну ладно, я думаю, ничего страшного, я сейчас где-нибудь вот тут вот засяду. А повторюсь, надо бить вон тех вон ребятушек, которые типа думают, что они крутые. Но это на самом деле не так. Вот видите, стоит там Вася, я ему сейчас прям в дуло дам. На, блин, промахнулся, сорян. Сорян, да, я промахнулся. Смотрите, они все к нам на базу приехали, блин. Это что такое, в конце концов? Ёлки-палки, еще нару мне отключил. Вонючка такая. Так, я все-таки предлагаю наказать вон того Васька и попасть ему прям в дуло. Смотрите. Опа, хорош, давай. Чувак, спокойно по мне, главное не гаси, я вроде как бы свой. Так, ДДшечка мне нужна. Я думаю, что вы не расстроитесь, если я вас заберу. Ну, конечно, надо же меня столкнуть обязательно. Я вот этому придурку не дал забрать ДДшку. И теперь вот из-за этого баклана сделали даблкил. Но это просто ублюдки, ребят. Вот ник его запомните. Если видите, увидите в битве, передайте ему, что он просто ублюдок. Вот, я по-другому его назвать даже не могу, честно говоря. Так. Вот, возможно, сейчас мы, кстати, за него и проиграем.
Потому что я там был на ДДшке. Я мог бы неплохо киллов наделать. Ага, давай, чувак, давай, давай. По мне пофигач. Конечно. Ты думаешь, я же по тебе-то не попаду? Я же балбес совсем. Да блин, я же был под куполом. Как меня рельсы-то добивает? Вообще жесть. И этот, смотрите, на вас еще. Ну, короче, блин, все что-то как-то печально. Да, чувак? Давай самурончик, что ли, себе тоже дай. Ну, по-человечески. И аптека тебе не помогла, да? Давай, все, пока, пока. Так, кого тут еще можно вальнуть? Изитку можно вальнуть, но я промахиваюсь. Очень, очень ужасно. Прям самый неподходящий момент. Так, тихо, тихо, тихо. Оп. Сейчас опять рельсовод прилетит, я так и думал. Так, добиваем вот этого Васю. Стараемся добить вот этого. Он еще и довернул. Ну смог, ну блин, ребята, ну активнее, в конце концов. Не, ну это слив катки. И ту катку слили, и эту катку слили. Вообще просто какой-то позор, блин. Ну серьезно. Ну как так играть, блин, с ними? Просто ужас. Ну хотя бы вот эту сейчас добью, хорош. Смотрите, вот этот придурок. Опять я у него отобрал ДДшку, он теперь обиделся. То есть это обиженный петушок, я думаю, вы поняли, да? И обиженный петушок теперь бьет меня. Вот, пожалуйста, вот из-за этого ублюдка конченого мы сейчас проиграли. Ну, по-другому просто сказать нельзя. Вот, ну, я думаю, ничего, в принципе, страшного в этом нет. Мы сейчас все равно попробуем понагибать, да? Хорош, одного слили. Сейчас попробуем вот этого слить. До свидос. И первое место в итоге в катке я вообще занял без проблем. А, ну и на этом все, друзья. Кстати, забыл про розыгрыш промокода. В комментариях под этим видео вместе со своим ником напишите кодовую цифру 10. На этом все. С вами был Миха. Огромное спасибо, что смотрите. Не болейте, самое главное. И до новых встреч.